Так, что я хотела показать. Сейчас у нас дождь, и мы втроем с мужем и с собакой, как всегда у нас это водится, решили прогуляться. Он на роликах, я на велике. Ой, пардонте за пальцы, по дождю. Вот такие мы молодцы. Вот то муж с собачкой едут впереди. Ой, что-то я отвлеклась на экран. А ну-ка. Мне очень удобно держать камеру и ехать. Вот. Вот так вот. Едем мы в дождик, гуляем. И у меня нету больше свободной руки, чтобы это... чтобы поправить на себе шапку. Я уже почти ничего не вижу. Да, кроме нас тут еще какие-то психи на великах ездят. И с собачками гуляют. Подождем. Так, поправила шапку наконец. В общем, ругается мой муж, потому что собака на поводке не очень слушается, а он на роликах, ему неудобно. Вот экран весь в дожде. Это мы называется, мы устраиваем вот такой вот выгул. В основном для себя любимых, но также для того, чтобы показать вам, зрители. Естественно. Ой, там сзади машин нету? Вроде как нету. И поехали. Поехали сюда. Сейчас мы едем в поля. Семья психов, короче. Пока была хорошая погода несколько дней назад, никуда мы с великом не выезжали. Теперь вдруг резко решили похудеть и поехали с великом, несмотря ни на какой дождь. Там народ идет. Немножко опущу камеру. А там собачка тоже. Немножко ускорение. Извиняюсь за вечные пальцы на экране. Я на мобильник снимаю, как всегда. У! Ау! Красивое эхо. Туннельчики. Так. Здесь немножечко идет в надо. Машина едет в поля, тоже с собакой гулять, наверное. Я так думаю. Останавливаюсь для того, чтобы подождать моего мужа и собаку. И вообще пора протереть экран. Вот. Ждем, ждем, ждем. Вот здесь вот, смотрите, вот, это поле для гольфа у нас. Может быть, мутно показывает? Я кое-как вытерла экран. Тут большие дома. Там люди на меня смотрят, как на дуру. Ну, неважно. Вот это вот поле для гольфа, вот это вот маленькие строения, это к ним относится. А с этой стороны... У нас поля, где мы с собакой часто гуляем. Там дальше озера. Ага, точно. Машина, которая меня обгоняла. Вот. Такое вот сладкое существо приехало. Но если Фуся это существо увидит, она его съест. Позавтракает, поужинает, то есть. В том смысле, что Фусенька, конечно, собачка безвредная. Но играет она маленько диковато. Она привыкла к большим собакам. Просто обычно играет с большими собаками или с терьерами. В общем, вот так вот. Драгоценные мои особенные люди. Вот так вот мы гуляем. Под дождем. Ездим на великах, на роликах. Такое вот у нас семейство. Ой, что это? Всем ясно, чем мы занимаемся иной раз. Теперь надо опять развернуть камеру, чтобы ее выключить. И мне плевать, кто там на меня смотрит. Ой, тут целая команда, целая команда. Четверо. Четверо таких мелких. Это, наверное, Фусю заметили. Я думаю, что они заметили Фусю.
Фусю заметили. Где там Фуся? Фуся едет. Фуся едет. Едет Фуся. Вот она, Фуся. Нет, это не Фуся. Это один поводок. А, Фуся там. Мне кажется, эта женщина была русская. Акцент такой русский был. И она все поняла. И про завтрак, про ужин Фусин. И про то, что мне на всех плевать. Ай-яй-яй. Позорище. Ну ладно. Уже хай буду, як я. Да. Ну давайте, драгоценные мои. До скорого. Свидания. Ой-ой-ой. У! Ай-яй-яй, Фуся, ничего не видно, но это не важно. Потому что должно быть страшно. Ха-ха-ха-ха-ха.